Из-за резкого похолодания отопление в домах красноярцев отключат не раньше 25 мая, заявил сегодня мэр. Он пояснил, придется ждать, что называется, у моря погоды. Как только в городе 5 дней продержится среднесуточная температура не ниже 8 градусов, энергетики перестанут подавать тепло в квартиры горожан. А пока Эдхам Акбулатов провел совещание по предварительным итогам отопительного сезона. Съездил на остров Посадный. В прошлом году там построили новую насосную станцию, которая быстрее и без перебоев подает тепло сразу в 3 района. Чиновники отчитали. Перед мэром зиму пережили спокойно, крупных аварий не было. Но это не только заслуга коммунальщиков. Погода тоже сыграла на руку. Глава Красноярска поручил теплоснабжающим организациям, не дожидаясь окончания отопительного сезона, готовиться к новому, а именно к плановым отключениям горячей воды. Мэр практически приказал отключение сокращать. В прошлом году мы делали гидравлические испытания в течение 5 дней. И в дополнение с испытаниями котла агрегатов, генерирующих мощностей, в целом у нас сроки проведения этих работ в течение 2 этапов составили 15 суток. Думаю, что в этом году мы должны придерживаться такой же логики. Пока график отключения горячей воды нет, но уже есть хорошие новости для некоторых районов. Жители Солнечного этим летом ждет всего одно отключение, но сразу на 10 дней. А в Октябрьском районе горячей воды за лето не будет дважды, но тоже в общей сложности 10 дней.